Ребята, у нас появился новый монстр. Зовут его плюшевая игрушка Хаги. Он был подвержен экспериментам и после превратился в ужасного монстра и ожил. О боже, сегодня мы с вами его увидим. Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы будем с вами лицезреть ужасного монстра Хаги прямо сейчас. Все, кто за 3 секунды поставит лайк и подпишется на мой канал, к вам сегодня не придет ужасный монстр Хаги. 3, 2, 1, 0. Поставили? Молодцы. Ну а мы начинаем. Так себе видончик. Тоже без головы теперь. Ему аукнулось то, что он сделал со всеми остальными. А вот как раз таки игра! А-а-а, беги! Он идет! Беги, чувак, куда бежать, когда если темно везде, чувак, беги, он идет за ним. Пожалуйста, беги, не надо на него натыкаться. Блин, обожаю эту игрушку. Он там? Его нет. Круто! Круто, как он прям был перед ним, он же был сзади. Беги! Я не могу смотреть, у меня истерика, он прям бежит за ним, поэтому... узенькому туннелю. Блин, чувак, еще тут непонятно, куда бежать. Блин, тут... вот тут еще непонятно, куда бежать. Ну вот реально, если вообразить, что в реальной жизни произошла такая ситуация, ты непонятно где, на чужой территории, и за тобой гонится вот такая фигня, причем очень быстро. Я не знаю, куда бы я бежала, вообще бежала бы. Я бы, наверное, все-таки оцепенела. Это прям 1000000%. Не знаю, что бы вы сделали. Убегали бы или, блин... Ну все. Круто! Это был крутой сюжет. Давайте-ка еще раз. Альтернативная концовка у нас. Смотрите, давайте-ка посмотрим, что у нас-то будет, если все-таки от него убежать. Оп! Вот она. Ага, главное добежать до сюда. Потом закроется дверь. И у нас еще есть такой ящик, который, собственно, можно опустить вниз. Давай, тяни, я тебя прошу. И в тот момент, когда это чудище вырвалось, собственно, ящик как раз-таки упал на мост. Ну, блин, тебе не выжить. Это анимация как бы не так уже жутко, но тем не менее. Свинка. Я могу тебе подсказать альтернативную концовку. Пожалуйста, будь осторожна, закрывай за собой двери. Беги туда, где мост, хватай ящик. Тын-тын-тын, ай, тебе не помешало бы немножечко оружия, он уже как бы здесь. Он же, конечно, не такой быстрый, не такой шустрый. И вот этот его голос, конечно, вот этот... это страшно, это ужасно просто. О! Рэп-баттл, я обожаю рэп-баттлы. Кто кого? Парень справа, у него очень большой опыт, просто гигантский. Его, в принципе, очень сложно победить. Потому что, собственно, он из игры, которую вы все прекрасно знаете. Ну, как можно победить игрока в его же игре? Это слишком быстро. Это слишком быстро. Я даже не понимаю, что это за песня. Ну ладно, ну это капец. Стрелочки мельтешат просто невероятно. Ну, я же говорила, смотрите, Хаги не победить этого парня, потому что, сами видите, да. Зацените, какая сколько очков, 40, скорость какая. О, боже, посмотрите. Монстр победили. Хаги, ты проиграл в рэп-баттле. Несмотря на твой большой рот, ты не смог нормально побатлить вообще никак. Хотя старался, да. Я бы после первой стрелочки, наверное... проиграл, потому что невозможно выиграть того, кому принадлежит, грубо говоря, эта игра. Смотрите, что он ему показал. Вы видели средний палец? Да, вот, опять. Средний палец мелькает, так и мелькает перед нашими глазами. Эта песня классная. Будем петь ее. Всегда. Ну так и что? Так и что? Ты там что-то пытаешься подпевать, конечно, но это бесполезно. Это бесполезно. Это нет, это не то. Ну, давай еще раз попробуем.
Нет. 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 Так. 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 Так, 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 так. Ну все, еще совсем чуть-чуть осталось. Еще совсем чуть-чуть. Еще совсем чуть-чуть, но... Вы видите вообще вот эти цифры, которые мелькают? Вот эти быстрые стрелочки. И, в принципе, этого невозможно было предугадать. Но... Это яма. Когда музыка становится медленнее. И убираются все остальные звуки. Это прикольно. Я люблю ямы. Слушай, монстр, тебе лучше не батлиться, а лазить по туннелям и сжирать людей. Я правду тебе говорю. А трек ничего такой. Слышите? Ну что? Все очевидно. Все понятно. Все ясно. О, тут он вообще выглядит не страшно. Тут он выглядит как просто какой-то синий носок. Но он не перестает быть опасным. Что это вывалилось такое из-за угла? Какой-то пьяный медведь? Почему он упал? И почему он такой маленький? Ой! Прям так ты знакомишься с новыми персонажами? Вы видели, он сразу его лупить начал. Даже не знал, как его зовут. Надо как-то познакомиться сначала. А потом можно уже лупить. Но честно... Медведь оказался не слабым. Он оказался не слабым. Слышали этот звук? Ужасный. Вот такое у нас сегодня было видео, ребята. Я надеюсь, вам понравилось. Если это так, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Я вас очень люблю. Целую. Пока.